Доброго времени суток. Сегодня я постараюсь объяснить базовые знания, да, точнее, базовые знания риггинга мода. Начнем мы с морф-карт. Так, самое начало, это надо выставить активный центр правильно, по центру. Для этого выделяем центр, идем в меню Edit, сюда, центр. Отлично. После чего жмем кнопочку 5. Выбираем нашу модель. Setup. Alliance to Warpline. В данном случае XZ нам подходит вполне. Окей. Проверяем на режим симметрии. Если он работает, значит все отлично. Выбираем полигоны. Есть. Все хорошо. Все работает. Отлично. Остаемся в режиме симметрии Z. Сейчас будем делать морфинг для верхних усиков. Выделяем вертексы. Нет, подождите. Сначала надо mesh list создать новую карту морфинга. Создаем. Пишем. Там. Так. Пускай будет. Выделяем наши усики и смотрим, работает или нет. Не работает. Для этого надо брать галочку с Enable Deformation. Смотрим. Работает. Так, сейчас будем делать, чтобы они заходили и выходили у нее. То есть, чтобы это можно было контролировать. Для этого нужно сделать, чтобы по длине от большего к меньшему, то есть сужалось кверху. Чтобы потом не возникло непредвиденных ситуаций. Alt-S для активного центра Select. Уменьшаем его. Да. Нужных размеров. Shift A, чтобы приблизить к выделенному. Отлично. Сейчас настроим, чтобы более-менее это все ровно выглядело. Карта морф нам позволит, она позволяет нам делать, чтобы из одного положения в другое положение анимация происходила мягко, то есть он из одного в другое делает путем ползунка там от 100% и до нуля. То есть вполне ничего, что так получается. Так, выделили. Теперь скейлим. До нуля. Жмем кнопочку P. 0. Отлично. И в положение начала. Жмем F3, убираем инструмент Smooth и сглаживаем по выделенным вертексам, чтобы не задеть остальные ногти в форму. Все. Отлично. У нас есть карта морфа. Первая. Посмотрим, как она работает. Жмем F5, выделяем объект, Deforms и выбираем Morph. Здесь выбираем нужную нам карту. Вот этот ползунок отвечает за то, что у нас есть. Чтобы
Все работало, деформатор. Снова включаем галочку Enable Deformation. И смотрим. Так, если нажать на выбранную опцию и во viewport тыкнуть C, появится вот такая вот штука. Как видим, все хорошо, все работает, но нам надо, чтобы их можно было контролировать каждое отдельно, поскольку вместе они никогда одинаково не дергаются. Для этого создаем две новые карты морфинга. List view. Пишем white еще одну left. Отлично, у нас есть две, но они пустые, у них сейчас ничего нету. Чтобы заново не делать процедуру, которую мы только что проходили, то есть к нам в начальное положение, переходим на первую карту, уже сделанную. Копируем вертексы, которые у нас деформируются уже без резюме симметрии. Копируем с этой карты на нужную нам. Блин. Вставить. Убираем галочку, чтобы можно было видеть, что тут происходит. Вот у нас правая готова. То же самое проделываем с левой. Выделяем. Смотрим, чтобы лишнего ничего не было. И все нужное было. Снова. Копируем. Вставляем. Работает. Удаляем. Зачем удалять? Переименовываем. Name. Свитки выбираем правый. Видим, вон оно. Работает. Снова создаем. Move. Выбираем left. И вуаля, работает. Теперь займемся нижними. Выбираем симметрию. Выделяем вертексы. Создаем новую карту морф. Назовем его поскольку у нас левый, будем работать слева. Вообще все равно. Я сюда туплю. Не страшно. Так, ладно. Alt S. Чем галочку. Не самый, конечно, интересный процесс, но весьма полезный.
Убираем. И скейлим. Регулируем так, чтобы оно более-менее все было ровно, чтобы полигоны не заходили друг за друга. То потом будут косяки. Вообще не интересно их разгребать. Угу. Вот мы видим сейчас вот эти ребра зайдут за этим. Нам это положение ни в коей мере не надо. Уменьшим. Снова скейлим. Ноль. Опаньки. Так, не задумывалось. R. Alt S. Угу. Смотрим. Все, теперь она круглая. Отлично. Так. Видно, что они все-таки зашли друг за друга. Поэтому, если нам не лень, мы выравниваем. Это все. Ну, в принципе, оно нам не мешает. Потому что в начальном положении оно практически не будет. Но для спокойствия душевного. Можно сделать, какие подходят. Убираем. И делаем. Снова скульптул. F3. Сможешь. Отлично. Создаем новый. Выключаем галочку вертексы. Выделяем. Копируем. Симметрию выключим. Снова копируем. Вставляем. Создаем новый. Выделяем на вторую половину. Убираем. Вставляем. Проверяем, работает у нас это все или нет. Все работает. Вот эти два нам не нужны, их убираем. Вот так можно переименовать это два. Отлично. Создаем два деформатора. Один называем. Так. Первое название. Правый. Правый, правый. Так,
левый. Убираем левый. Что-то не видно деформацию. Точно, галочка не включена. Label. Все работает. Везде ставим 0%. Чтобы было изначальное положение у нас. Везде. Отлично. Теперь сделаем контроллер, чтобы не надо было ёрзать каждый раз сюда, тут выбирать, дергать, чтобы это у нас все было во viewport и все легко настраивалось. Для этого нам понадобится локатор. Настроим его внешний вид. Как нам подходит? Так, ну, 5. Достаточно. Отлично. Поставим его рядом с усиками, чтобы было понятно, где он, что он делает. Так. Так вот. Выберем циркуль. Edge to view, чтобы он поворачивался за нами, за камерой. Создаем в нем 4 новых канала. Идем в channel. New channel. Отлично. Нет, что-то не отлично. Угу, я не выбрал режим, по которому будет изменяться. То есть тут угол, проценты, дистанция, флот, что-то там, блин. Вообще, я не знаю, честно говоря, все зачем. Вот это для того, чтобы сделать галочки, проценты, ну, углы, дистанция. В принципе, все, больше ничего не надо. Сейчас мы выберем проценты. Максимальное у нас 100. Выставляем. Отлично, у нас есть. Так. Следующий. Лев проценты 100. Делаем на каждый усик по... отдельной ноде. Отлично, у нас это все есть. Перетаскиваем это все в схематик. Идем в каналы нужных нам морфингов и ищем Strange. Где-то. Вот. Это у нас правый глаз. Так, правый ус, левый ус, для этого, собственно, мы и переименовывали все, чтобы потом не запутаться. Так, не переименованный. Отлично. Выбираем страницу его тоже. Отлично. Пробел. Выделяем локатор. Как это называется? Тесим. Не влазит. Ну да ладно. В свитке команд у нас есть уже несколько пресетов, которые будут выбирать действие, когда мы на него нажмем. То есть, когда мы его выберем. Выберем channel.
Хейл. Отлично. Выбираем. Вот у нас сразу появляется такая менюшка. Где? Это все уже работает. Что-то последнее не хочет работать. Правый. Почему не хочет работать? Выберем mesh, лист. Берем галочку, просмотрим, все ли у нас есть. Да, тут есть все. Вот это включим галку. Подергаем. Еще. Странно. И очень-очень-очень непонятно. Так, посмотрим на них ничего, здесь. Это вообще непонятно, не должно быть. Должно это у нас быть вот здесь. Который, собственно говоря, не работает. Ага. Создадим новый. Этот удалим. Нужен левый глаз. Убираем объект. Морф. Левый глаз. Смотрим. Отлично работает. Видимо, мы когда-то что-то не то выбрали. Как меня. Стыдно. Очень стыдно. Так, все. У нас все есть. Все работает. Отлично. Сейчас сделаем надпись над ним, чтобы было понятно, что это. Достал этот русский язык. Чуть выше ее расположим по языку. Подумаем. Отлично. Далее сделаем кривую, по которой будет ходить деформатор магнит, и делать волнистую такую деформацию, как будто она ползет. Для этого нам понадобится новый mesh. И кривая в этом mesh. То есть начинаем делать кривую по углу. Так, отлично. Есть. Создаем. Так, сначала положение уровня немножко внизу. Окей. Создаем новый локатор. С настроенным внешним видом. Да, это самый геморройный процесс. Дальше нам надо привязать локатор к кривой, чтобы он ездил строго по нашей кривой. Для этого выбираем наш локатор. Так, мы поставим. И выбираем кривую. Сначала локатор, потом кривую. Modifiers. Patch. Вуаля. Он есть и он ходит. Вот так, внимание. Хочу обратить внимание на то, что если это проделать с включенной кнопочкой Compensation,
у нас не получится нужного эффекта. Он будет, локатор, ходить по кривой, но в своих координатах. Поэтому отвечаем compensation и жму patch. Далее. Создаем деформатор магнит. Кстати, это мне посоветовал пользователь укроп на сайте mymada.ru. Вот именно вот этот способ, которым мы сейчас занимаемся. Создаем магнит. Выделяем mesh, на который мы хотим, чтобы воздействовал деформатор. Вот сейчас, ну, конечно, сконкало, притянуло. Потому что деформатор слишком большой. Меньше процентов, скажем, до 5. Окей. Заморозим позицию. Отлично. Дальше нам надо сделать, чтобы мировые координаты деформатора были мировыми координатами локатора. Чтобы, то есть деформатор ездил за локатором, в свою очередь. Когда локатор ездит по кривой. Для этого выделяем локатор. Свитки channel выделяем world position. Деформатором channel тоже выделяем world position. Соединяем их кривой. Вуаля. Так. В данный момент он притягивает к себе. Нам надо, чтобы он отталкивал. Для этого ставим галочку. И видим чудо. И у нас, в принципе, все есть. Все, в принципе, работает. Чудеснейшим образом. Так, для того, чтобы это все сделать на вторую сторону, конечно, я делал вручную, сейчас проведем эксперимент. Это я видел в одном уроке по риггингу. Выделяем это все, перетаскиваем сюда. Так. Что мы в данном случае делаем? Так, я так понимаю, нам надо это сохранить. Вот, сейф. Пускай на рабочий стол пока. Сохраняем. Так. Вот оно. Новый путь. Рабочий стол. Окей, смотрим. Вот тут всякое говно. Вот она. Перетаскиваем. Сюда. Подвис мода. Мы ждем чуда. Ждем чуда. Ладно, пока не ждем чуда.